Я благодарю свою команду. Спасибо большое, ребят. Вы, конечно, разбросались в разные стороны. Вы замечательные все. Вы мне очень нравитесь, и я очень рада, что с вами познакомилась. И еще я очень хочу поблагодарить своего куратора, только я не вижу, где он. Где он? Ура! Айдар, ты лучший. Спасибо тебе большое. Ну, в свою очередь, я хочу поблагодарить свою команду. Ребята, вы лучшие. Дружно, вместе, как учили, повторяем. 3, 4. Спасибо вам огромное. Но на самом деле, эта поездка вообще подарила какое-то чувство ностальгии по тому, как раньше ездили в лагерь. Но вот что особенно здесь плюсом, то, что у нас получилась настолько дружная команда, настолько сплоченный коллектив, который сплотился всего за 1.5 дня, что, ну я не знаю, просто это самые лучшие из последних коллективов, которые у меня были, в которых я вообще состоял. Так что, ребят, вообще огромное спасибо вам, каждый из вас лучший. Что сказать. Ну, ребят, спасибо вам большое, всем вам, особенно моей команде, за эти прекрасные 2 дня. Там не 2 дня, там было больше, как бы, все дела. Вот. Ну, я не знаю, вы сами все знаете, как я к вам отношусь, как я сильно вас люблю, и слова тут как бы и не нужны. Мне очень повезло, что я оказался в одной команде с такими людьми, что я с ними познакомился. Мы дополняли друг друга, чему-то они меня научили, чему-то я их научил. Спасибо большое куратору. Я вас люблю. Бэнг, бэнг, бэнг! Спасибо большое организаторам, ведь это огромная возможность проявить себя с разных сторон. Было очень весело, было очень познавательно, ведь каждый для себя сделал выводы. И хочется сказать огромное спасибо куратору, потому что были очень теплые слова и очень правильные слова. Я же могу назвать человека, которого я хочу, чтобы со мной поехал? Ну, сейчас прям. Лиза, это будешь ты, потому что я должна преодолевать свои препятствия. Одно из главных препятствий – это была ты. Второго человека я назову чуть позже. Ребят, я хочу поблагодарить свою команду. Мы создали вместе замечательный проект, который, я надеюсь, будет одним из лучших реализованных в военмехе. Также я хочу поблагодарить всех здесь присутствующих, потому что именно все люди, которые здесь присутствуют, создали студлидер, сделали этот студлидер таким красочным и незабываемым. Спасибо вам, ребят!